Пушка. Ага. 36. Господи, доллар. Доллар. Это целый доллар. Прикольно. Доллары, книжка. B3NF RXZ2. Какое же говно на статах, кроме демеджа, да? Ладно. Ноль бомб, ноль ключей. Ужасная скорость, ужасный тирейд. Книжка на хоминг. Пять лисенок. Покупаем все, да. Покупаем ключи бомбы, которые будут в магазине. Окей, магаз получше на самом деле оказался. Опять байт на коробку, господи, опять байт на коробку. А что мне этот байт на коробку? У меня не было трингета. Ну, я не скипаю этом румы в этом ране. Тем более с коробкой, с таким стартом говяным. Не хочу. Да, я все равно днем стримлю. За редкими исключениями. Бывает даже утром по Москве. Ну, обычно днем. Кошмар, почему кошмар? Это кошмар. Я не в Москве живу. Нужен еще доллар. Или может наоборот пох на эту коробку? Блин, Friend Finder без билда это нормальная тема так-то. Что у него там было в коробке? Книжка и... Жужмент. Привет, я ж... Спасибо за один стрим. Спасибо за Twitch Prime. Оставим пиздюку его дом. Пиздюк будет в домике. Не будем его выселять. Из домика. У меня хп нет красного. Он хп может дать красное. Все же боюсь, мы его будем выселять, к сожалению. Все же будет выселение. Пробегу.
Пробежал там. Секрет, наверное, может тоже сломать костры. Уже было лень этим заниматься. Верни обратно. Господи. Judgment. Так, пиздюк правильный. Па-па-па-па-па, ключи, ага. Ага. Эд Боб. Эд Боб. Дед даже не хп ап. Ну и пиздюк, конечно. Да как работает Substreak? Substreak? Ты про подписку там? Ну типа, если ты не скипаешь месяц, то ты имеешь стрик. То есть, если ты пропустил один месяц, то, видимо, стрик теряешь, наверное. Если у тебя вдруг саб слетел один месяц. Наверное, так он отлетает. Не скипал? Ну, может, не заметил просто. Да и сейчас он, типа, особо ни на что не влияет. Раньше, кстати, было грустно. Раньше, если ты потерял стрик, ты терял бэдж сразу. Тебя отбирали бэджик. Сейчас похуй абсолютно. Сейчас стрик особо ни на что не влияет на подписки. Да вот раньше это реально было больно. Типа, ты мог потерять стрик там, хоть там, не знаю, в 5 лет. Типа, один месяц просто это, проебаться и типа, все. Минус 5 лет. Значок. Ну, это уже, по-моему, давно изменили. Бля. Грустная история. Это просто, да, общий счетчик твоих подписок месяцев. Сука, типа ты был подписан за все время. А! Господи, какая-то тварь. Как мне бомбу жалко тратить на эту тварь? Куда надо было тратить? Представил. Мой должность, капец, 6 месяцев уже дрифтит. Добро пожаловать в клуб. Говорят, якобы новая ревизия лучше, но это не точно. Вот и проверим, купился уже новый. Посмотрим, как этот проработает. Хотя, правда, у меня полмесяца, вернее, полгода, это неплохой срок, наверное, учитывая, сколько я играю. Хотя, на самом деле, не так много я играю, типа, стримлю каждый день, но, опять же. Это не прям дико много. Мне кажется, люди могут без стрима играть больше, чем я стримлю. Охуительная рума, это просто сказка, а не рума. Как же много денег. Как же нужен магаз с рестоком нормальный, а не это говно. Какие-то воруют. Воровство осуждаем. Я думаю, их вернут. Вернут на место. По-моему, уже вернули. Никаких дропов. Вроде и не видел. Фига там гусениц. А! Твою мать! Не раздуплил. Похуй. Да ладно, тоже нормально. Она, кстати, по-моему, не бесконечная, по-моему. У него лимит, по-моему, есть, да, ведь? Прям вообще не бесконечная. 34 в тайтле, ну,
Чушь поделаешь, сейчас исправим. Исправил. Чё вам тайтл? Все на экране есть. Как будто вы тайтлы читаете. Не притворяйтесь. Блять, это я, наверное, беру. К этому нужна орбиталка. К этому нужна орбиталка любая. Здравствуй. Это сакруму можно фармить, только тут ее нету. Так, ну я схожу на дьявола, да, наверное, с таким хп. Хотя бы сколько у меня хп останется, если я пойду на дьявола? Одно? Получается одно, да? Блять, одно это очень мало. Ноль, у меня остальные карты есть, почему? У меня одно останется. Типа одно красное и три синих будут на сделке. Если я нажимаю стрэнг-карту. Ну я зайду, посмотрю, а там разберемся. А там уже по обстановке разберемся. А, ну, класса будет ОК. Тогда будет 2 хп. Крампуса не может быть на первой сделке нынче. Тут благо тоже поменяли в этой игре. Теперь не бывает первого Крампуса. Как не бывает супер мини-боссов на первых этажах. Фига на него агрится. Жесткий. Ага. Не, ну не, ребята, не. Не. Так, я оставлю обе карты здесь. Это в поход на зверя пригодится. Пока мне это вроде не особо надо. Не прям, чтобы сильно. Вот хочу ли идти в Кёрсу за одно хп синее? Это вопрос. Это тоже вопрос. Там Тинтит есть. Там бомбу вроде возвращают. Бомб-бег. Да, можно и заняться, наверное. Ага, здравствуй, тут я уже был. Активка. Ну за пол хп, ну типа один хер за хп. Типа хочешь не хочешь, а хп потратится. В каком-то... блять. Ненавижу гапи хвост. Ненавижу, но брать надо. Типа, гапи-часть. Ладно. Ну, вообще-то, подожди, pay to play. А, слушай, а нормально будет, да? Это же будут сундуки за деньги. Господи, они же изменили pay to play. Это же будет заебись, да, получается, наоборот. Ебать. Господи, шок. Это, наоборот, будет охуенно. И эта дверь тоже за копейку. Ебать мемы. Точно они ж жестко по эту плей бафнули. Найс! Тогда получается нормально? Да, получается нормально. Живая? Успит. Так, а мы куда вообще? Мы на зверя, да? Лапа у меня маленькая лапа. Это все камера жрет. Да, мухи не умирают. Мухи умрите. Мухи умрите, господи.
страшно. Люблю Флорид Кейв с таким тирейтом. Ей-богу, люблю! Господи, как это доджи! Идите нахуй! Что это за пиздец? Охуеть, DPS. Если, друзья, корыто имеет потенциал огромный. Прям сильно огромный. Но неоднозначный. Ему нужна любая орбиталка. Тогда корыто будет прям нормально. Но пока оно полубесполезно. Ну, можно в Кёрсон за пол походить, разве что. Тоже какая-то польза минимальная. Дай доллар. Хочу еще. А я вообще могу доллар получить, если я уже его типа видел. Хотя я его видел на старте, типа, все равно не считается, наверное. Это не считается. Корыто. Корыто, копыта, какая разница? Аккуратно. Ну какая омега синергия, однако. С pay-to-play хвостом, надо же. Прям приятно. Перегруппируюсь. Тихо. Так делать не надо. Проще уже. Я тебя не вижу, почти невидимое чудовище. Неприятно. Что-то код справа, что-то код слева. Так, ключи — это самая, по-моему, бесполезная хрень, да, теперь в этой игре. Ключи тупо нужны на ключника. Боже мой. Боже мой, как эти румы меня душат. Была рума, где было 5 пауков БТВ. Сейчас, по-моему, ее нет в этой игре, они ее убрали. Но была такая рума, где было 5 пауков, а не 3. Там было интересно. Теперь это реально рума адекватная. И теперь можно, видимо, без дамага проходить. А эту нельзя, да? Вот эту. Нет, эту никак. Ладно. Большие румы. Сундуки, я деньгами открываю сундуки. У нас хитрая схема по распилу сундуков при помощи pay-to-play. Потом тут Гапис Стейл невероятно в тему оказался в кои-то веки. Нет, там был патч, они это недавно изменили. Это патч буквально месяц был или сколько около того назад. Не помню.
Короче, довольно свежий патч. Они бафнули pay to play. Очень сильно. Еще стрэнгт. Okay. Крыса. Пошел. Нахуй. Сразу просто нахуй эту руму. Уже не хочу думать о ней. А там может бомбы будут? Бомбы в мешке. Две копейки за 7, но это, наверное, было не сильно выгодно. Валюта, да, валюту найдем. Что ты очкуешь, Ларио? Ты что, очкун? Все сейчас будет. Последний. Слава богу. Опять ты? Опять печеньки. Точку наслышу. Справедливо. Во, Стонкс. Плодос. Это же игра про Doom Eternal. Про платформинг. Та самая. Дум закончили? Нет, я в него играл час за прошлую неделю. Но может на этой поиграем побольше. Надо как-то себя заставить после Айзека его запускать сразу, но мне дико лень обычно. Я или голодный, или уже заебанный после Айзека. Мне уже неохота играть сразу, а потом мне тем более уже лень. И потом у меня обычно вечером лагает просто Twitch пиздец. Ночью вечером, я не понимаю почему. Он просто ночью умирает нахуй Twitch. Причем уже именно и на просмотр лаги, типа, и на стрим лаги. И то лагает в обе стороны. Где-то последнюю неделю, наверное. Я порталово проходил. Причем первый даже раза три, наверное, проходил. В детстве. В детстве, в молодости. Причем, по-моему, я портал даже до Half-Life проходил. Только потом играл Half-Life 2, по-моему. Уже после портала. Как-то все наоборот получилось. Типа я узнал о Халфе из портала. После портала. Не, ну это же было в другие годы, когда я еще об Айзеке даже не знал. То самое странное время. Благо это время прошло. Ну, портал 2 прикольно, да, игра. Ну, длинная, блин. После первой, конечно, жесть, там контента сильно больше. Потому что первый портал, по-моему, за час проходит. Может, побольше. Может, часа два, типа, если тупить, часа два-три, наверное. А если тупить, то можно, наверное, год его проходить, наверное. Или вообще вдруг дропнуть. Ну, типа, там очень короткая игра, по-моему, портал первый. А во второй там прям разгуляться есть где. По времени уже. Поприкольнее. Эгаджира. Блин, люблю Florid Case. Хер поймешь, где нажимать? Господи, что это за говно? Где утопленные декорации? Где они? Вот это? Вот это похоже. Неужели? Окей. Окей. Есть чем игру, да, проходить? Хотя у меня всего нет контакта уже никакого. Пока что.
Блин, лопату, конечно, батя брать с собой. На что ориентируюсь? Короче, если... видишь всякое говно... тут нихера нет, поэтому вот, например, вот это, наверное, подходит. Теперь, если ты нажимаешь здесь, здесь будет не проход вниз, а будет crawl space. Это новая механика лопата, тоже довольно новая. Это недавно сделали. Но очень плохо видно порой. Не всегда это прям очевидно сразу. Блин, лопата, конечно, огонь, но... лопата огонь, но блин. Unicorn Stomp. А что было в этом руме? Там была пассивка, да? Мне некуда лопату оставить. Ну, типа лопатой можно копать, да, все этажи. Даже если не на каждый этаж, типа там через этаж можно копать. По настроению. Ну ладно. Рампа, конечно, рампа пока чудовищно хуёвый. И опять Florid Caves. А и Blind, естественно. Как же без Blind-то играть? Когда у вас 1.9 тирейт и нет скорости. 4 хп. Куда ж мы без блайнда там? Для еще больше удовольствия. От листика толку ноль. У меня нет ничего, что, что дамажит врагов без моего участия. Пока что. Это листик это типа ну совсем, если уже все плохо будет. И опять же, у меня пока нет ничего, что дамажит пассивно. Поэтому... пока толку ноль абсолютно от листика. Никак меня не спасает. Это, конечно, может измениться, понятно. Но пока, опять же. Пока что ничего не изменилось. Пока все плохо. Здесь же. Как мне здесь? Вроде было похоже. Вообще я мог игнорить, да, этом румы. Ну ладно, уже снова взял. Танжа на зверя. Хотя, блин, и билда нихуя нет. Как тут что-то игнорить? Билда вообще ноль. Я не пропускаю вообще ничего на этом ране. У меня билд ебаная параша. Нахуй что-то пропускать с таким билдом. Лучше. А вот это уже лучше. Еще в какой-то очень жесткой теории я могу взять часы и почекать, что на дьяволе. Так, где мы нажимаем? Опять нихера не вижу. Господи. Какое же говно этот Florid Caves. Какое же это говнище. Я тут ничего не вижу. Я тут вообще ничего не вижу. Окей, в магазине лучше видно. Тут тоже айтем есть. Ну, однако, прощай автомат. Травка, травка мелкая. Травку не очень видно. Блин, когда я буду автомат чинить? Там деньги как бы, ну, постепенно, но они к нулю устремляются. Прям так постепенно-постепенно, но уверенно. Уверенно идут к нулю.
Это будет рандом чар и выпадет Альткипер. Так на Альткипере там тоже особо не пофармишь. Что надо же игру эту пересетить. Типа на Кипере можно фармить, но надо пересетить постоянно. Ты же один хер там можешь мне 10 закинешь, и автомат поломается. И чё толку? Найс. Так. Там была батарейка или нет, я не помню, в магазе. У меня же часы будут, по идее, разряжены, да, ведь? Я же их нажимал. Жалею, или их не нажимал. Я их не нажимал. С учетком. Ту-т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 у. Так, секретка первая. Может быть здесь? Здесь. Господи, где Сакрума? Я еще ни одной не видел Сакрумы за 4 этажа. Издевательство. Я бы еще лучше бы на ангела пошел, ей-богу. Лопату мы уже нажимали, не надо ее нажимать. Тут может. А, ну естественно. Так, с тобой все понятно, тебе денег точно не дам. Деньги типа заканчиваются, но их все еще выйдет довольно много, так что я думаю, все будет четко. Да, он дает редко этому. Хотя бывает, что он дает с первого раза, но это прям чудовищная редкость. Гнилой пацан самый, по-моему, жадный из всех пацанов в этой игре. Даже на батарейке, по-моему, дает чаще этому. Быстро, ну, более-менее быстро. Типа на этого идиота реально можно потратить 100 монет и больше. Спокойно, он ничего не даст. Кошка, кошка. Кошка вайбит. Камеру я... Развернули вообще. Господи, тот уже не держится на этом угле. Страшно. Успел. Часы, у меня good head. Я вернусь. Если будет надо. Так, ну так примерно увижу. Что-то за одно хп. В Diamonds. Ну, пошли посмотрим. Пошли проверим. Это будет долгий ран, судя по всему, да? С такими айтемами. Господи, шипы, как же я их доджу уже 3 раза подряд. Ну, скоро это закончится. Скоро это закончится. Скоро я по ним все-таки ёбну.
Видит Бог. ЛОЛ. Оставьте это говно себе. Пускай аж кошка проснулась от таких сделок. Еще нормально. Зависло. Не, пузо ей гладить не стоит. Она тогда убежит. Или мне руку прокусит. Опять блин. Тут уже не будет часов. Ой, ладно, долетели, спасибо. Пускай, ну и свин с планером. Ладно, рискуем. Все еще было да нет. Игра бывает что-то объясняет, но не сильно. Вообще за годы игра стала более юзер-френдли, по-моему, за эти годы. Потому что было много чего изменено в плане описания айтемов, в плане, например, те же дайс-румы, которые красные румы с этими, с кубиками. Там раньше вообще ничего не было. Никаких не было пояснений, а сейчас там типа кубики нарисованы. А раньше там вообще ничего не было. Типа, должен был типа помнить, как все эти шесть рум, что они делают, каждый из них. Сейчас типа можно примерно даже догадаться, если внимание обратить на руму. Что там накалякано? Господи, где хилер? Бейся! Ну, в целом, типа, игра, да, игра больше про экспириенс. Типа, берешь айтем, узнаешь, что он делает. Берешь айтем с другим айтемом, узнаешь, что они вместе делают. Плюс-минус. И в этом, в принципе, вся суть этого геймплея. Хотя это было, опять же, в другое время. Сейчас никто так, по-моему, уже не делает. Сейчас все или стримы смотрят, или, типа, всякие Википедии смотрят. Когда был флешайтер, там, типа, не было такого, по-моему, засилия ни стримов, ни Википедии. Когда был флешайзек. Там это было более актуально. Сейчас все же игра стала, ну, просто безумно огромная, чтобы это все реально самому все изучать. Многим уже лень. Понятно, кто, если небольшой, так скажем, фанат Айзека, прям дикий, чтобы хочется прям все сам исследовать. Поэтому дух исследователя у многих уже ушел. Типа игру сейчас уже, понятно, не все будут проходить, потому что, опять же, ну, очень много часов надо потратить, чтобы всю игру закрыть сейчас на этот год. Уже типа реально для избранных теперь прикол. Фак. Ладно. Либра так либра. Положим. Justice.
БТВ Сокрума, я уже с этим раном плыву. Я же искал Сокруму. Весь этот ран. Я ее нашел. Правда, под блайнд, ну, типа, ладно. Блайнд так блайнд. Кокмара. 2, 3, 4, 5. Что это? Понятно. 6. А, и даже нет, да, шанса на ангела. Понял. Блять, дуалити. Какое в жопу дуалити. Вы что, троллите? Господи, что это за айтемы? Подожди, а почему я вообще получил дуалити? А, я не залочил, да? Подожди, я же залочил. Стоп, что? А почему мне дали дуалити? А почему я получил дуалити? Там же должны давать этот, как его, айтем, который забыл название. Я же взял лопату. Я ж лопатой залочил, нет? Я же лочил, по-моему, этой. Лопатой и гоудхедом. Он дает... Нет, нет, он дает не всегда ангелом. Он дает айтем, который... Я забыл его название. Или подожди, или я путаю... С конфессионалом. Или то и другое дает. Редемпшн, да. Разве он не должен давать редемпшн, если я заочил дьявола? Разве нет? Или это только конфессионал так работает? Я с ним путаю. Может быть, я путаю с конфессионалом. Возможно. А, шанс вроде. Господи, какая тупость. Короче, ладно. Если шанс, тогда все с ними понятно. Опять шансы. Опять приколы с шансами. Ну вот просто помнишь, я точно получал Redemption, если я лочил дьявола. А не ангел айтем. Ну ладно. Шанс на шанс. Как же все медленно. Как же много говна в этой руме. Ага. Ну вообще да, наверное. Только не на блайнд, естественно. Явно не на блайнде, а так-то возможно. Куда ты пошел, придурок? Придурок испуганный. Вернись. Господи, дали бы ключника. Я бы ему все ключи бы отдал. Просто все бы отдал. До последнего. Нажму уже. Хватит, у меня уже денег все равно. Так, я оставлял импресс и дейвил карту, правильно? Не, вру. Стрэнг карту и дейвил карту. Перед зверем, так что там все нормально. К зверюге я готов. У меня там стак карт уже есть нужных. Или, может, я могу найти карту получше? Какая карта будет получше? Huge Gross, наверное, будет получше. И берем Blind Item. О, стоп. Стоп, стоп, стоп. Пошли на этого. На босса. Там, конечно, будет очевидно Крампус, понятно, но все равно нормально. Дрози, да? Дрози? Зачем Дрози? У меня уже стопвач есть. А Дрози стопвач как-то синергирует? Типа будет еще медленнее? Это же будет совсем страшно, если будет еще медленнее. The devil. И подожди, какие таблетки у меня стартер дек? Метал стоп троллинг. Но не будет таблеток, у меня стартер дек. Стоп-вотч. Он замедляет всю руму. Всю игру. И дает скорость.
дуалити я не хочу, я хочу на дело, потому что мне купон дали. Я хочу типа купоном сделать бесплатный туба айтема. Ну или там один айтем. Не хочу хп тратить, потому что я меня еще лавит жму. Потеряю контейнер красный. Охуеть. Дьявол. Какой дьявол. Ну вот, кстати, вот на Дебза, наверное, иду нагло, потому что там точно будет Крампус. Вот там я уже уверен, будет точно Крампус. Шикую аккуратно не быковать. И давайте-ка найдем Грида. Хотя бы одного. Вот что я подумал. То, мне кажется, меня Магаза могут немного обосрать. Я же не видел ни одного Грида, или одного уже видел, подожди. Я забыл. Я забыл, я не помню. По-моему, я ни одного еще не видел. Тоф Харспс, полезная хрень. Ты не сру, я... Я не буду говорить, я сру, но... Я из России, да. Но оплатил я через... Короче, можно было купить на год Spotify, когда пошла эта дрочь из России, можно было купить официально. Я, короче, купил на год, через саппорт оформил, типа, премиум на год, но потом эти петухи решили уйти совсем, и, типа, тогда пришлось уже через саппорт, короче, делать так, что... Короче, чтобы они меня через Францию продлили снова на год. Такие дела. Вот так получилось. То есть я сменил страну на Францию. И через саппорт, короче, на год обратно продлил. Но такое. Сейчас это может уже и не работает. И, типа, не факт, что это обратно не отнимут. Тем же успехом. Ну, посмотрим. Двойной лаверс. Пока вроде работает. Ну, типа, если поломается, я вообще, может, перейду на офлайн плейлист. Потому что Яндекс это просто, ну, невыносимая пытка. И этим Яндексом пользоваться без нормализации это просто ужасно. Это слишком ужасно для меня. Именно из-за стрима. Господи, какое говно. Какое говно! Господи, почему все так плохо? Что это, блядь, за айтемы? Какой пиздец. Какая хуйня. Господи, все деньги въел, нихуя не нашел вообще. Так, подожди, а что я хотел? Где моя активка? Забрал. Господи, Гимондор, давно вас не видно было. Сразу... Воровались. Спасибо за 4 подписки, Гимендор. Стороннюю можно, но опять же, это... Неохота этим заниматься. Конечно, можно поставить внешнюю, типа, хуйню, которая... Типа, любой софт может эту... Нормализировать как отдельно, типа, поток. Но, блядь, я не хочу этим заниматься. Тем более, пока у меня Spotify есть. В теории это, конечно, можно сделать. Как бы я и так уже сделал, я просто сделал, типа, компрессор на Яндекс, чтобы, типа, вам нормально было, а сам, типа, похуй. Сам просто музыку, считай, нихера не слышал вообще. Ну, это такое. В целом-то, конечно, может, можно пользоваться, но... Опять же... Грустно. Можно, но грустно. Немножко. Это прям не прям совсем плохо, но... Но плохо. Все еще плохо. Типа это аналог, наверное. Spotify, но все еще, блин, Spotify приятнее. Ну и плюс уже, понятно, уже привыкли, просто уже, понятно, за столько лет еще. В этом тоже беды. Что просто уже привычнее уже.
Но в принципе, к этому, наверное, можно привыкнуть, если прям совсем уж припрёт. Хотя мне кажется, не знаю, я убью, наверное, на месяц-два, но сделаю себе оффлайн лист и просто пошли они все нахуй. И просто пусть все нахуй идут, Spotify и, блядь, Яндекс вместе взятые. И все. И пока у меня винт не умрет, у меня будет плейлист. Фиксированный, никто из него нихуя не удалит. Никакая мразь ничего не удалит. Без моего ведома. Это кайф. А тут что с Яндекс, например, мне постоянно что-то, блядь, удаляется, что-то появляется, просто заебывает. Потом думаешь, а что песня эта песня, блядь, ее удалили. Причем сам этот кто-нибудь там удалил. Это залупа. Тоже вечно бесит. Это благо редко проявляется, но я прям часто вижу, типа, опа, пятна появляются в плейлисте. Тут тычка, тут тычка, тут дырка. Все приходится искать по новой. Перезагружать. Бесячая дрянь. Ну это издержки, как говорится, стриминг-сервисов. Так будут там всегда. До конца истории. Приходится платить за удобство. Блять, ролл билда. Ролл билда. Я собирал все это говно. Ради чего? Чтоб ролить билд? Чтоб просто поролить этот говнобилд? Серьезно? Ради этого я это делал. Все это говнище набирал. Такими усилиями. Видимо, да. Подождите. Дизер, вот про дизера вообще ничего не знаю. Кто тоже ведь поди ушел или нет? Ну или скоро уйдет. Там же. Все же, типа, все западное, это все, скорее всего, доживает последние дни, наверное. Большинство этих сервисов. Хотя, может, уже нет, типа, уже, не знаю, сколько еще будут ждать. Типа, что они ждут? Типа, уже 3 месяца прошло, что-то все еще титьки мнут ноги. Не пойми, почему. Может, уже и не уйдут. А может, он не приходился, это тоже правда. Может, его просто нет у нас. В это я еще больше поверю. А чё я жду, у меня нету номер 2, это другой ран. Мне опять это оверлап ранов. Рекламили на ютубе. Я вот не помню, я дизер что-то не помню, чтоб я его видел где-то у кого-то. Но может и есть. Может просто он не сильно этот, не сильно популярен. Типа у нас же и Apple музыка была, или даже все еще есть. Они типа просто менее популярны, наверное. В общем числе здесь именно. У нас. Не так сильно распространены. Ладно, я по-любому ролю. Так, мне же телепорт нужен еще, подожди. Так, стоп, стоп, стоп. Я что-то вспомнил. Мышь на зверя. Мышь на зверя, вот что я вспомнил. Важная информация. Это же рана зверя, который идет уже гребаный час. Господи, какие сегодня раны душные. Душно раны. Иди сюда. Этим меня не подкупишь, наверное. Хотя это можно было оставить, кстати, чтобы потом забрать. Это можно было реально оставить. Ну ладно. Вот хп я потеряю, возможно, это будет печально. Хп я могу потерять после ролла. Там ведь наверняка этому часть давали хп, и теперь это могут отнять обратно. По-моему. Часто прыгает в меньшую сторону после ролла. Блин, роллы новые, такая параша. Не так роллы испоганили в этой игре тоже.
Вот нахуй не сделали, что типа хп падает вниз. Вы сделали, чтобы хп не падало вверх, типа, чтобы оно, ну то есть наоборот, типа не увеличилось и все. Нахуя его отбирать постоянно хп? Это такой бред. Просто чушь. Типа порыл на нахуй, минус, блядь, 7 хп получил. Гениально. Вот, блядь. Спасибо-то. Как я хотел получить минус 7 хп через один ебаный ролл. Спасибо, мистер Килберн. Че, не споганили? На самом деле, у меня жопа горит только с роллов, потому что роллы просто они поломали пиздец. Испортили. И в принципе все остальное не особо меня парит, по-моему. Ну вот роллы прям беда. Потому что я раньше как бы любил ролить билды. Но теперь типа ролить билды прям... Нуль желания. Просто нуль. Очень редко такое желание возникает. Нет, Альтеден я стрики не буду делать. Мне не особо нравится Альтеден как персонаж. Просто говорю, сделали, чтобы типа хп просто не увеличилось. И все. Схуяри оно, блядь, оно падает. Типа я понимаю, что раньше тоже была хуйня, потому что я раньше получал бесконечный хп ап с каждого ролла. То есть хп стакалось вверх бесконечно. Наверное, это бред, как бы тут я соглашусь. Ну, блин, нахуя его отнимать? Неприятно. Кто? А. Окей. Здорово, много знал. Ура, не пассивка, в смысле не активка. Нахера это делаю? Нахуй это делаю? Зачем? Крой. Так, я же лопату уже юзал, да ведь? А, охуенно поюзал, ну ладно. Ради айтема, но вот айтемы там дают редко. Так, а секретку я еще не видел, да? Ни одну. Ни первую, ни вторую. Здравствуй, Элминстер. Ой, это было бы удобно, кстати. Ой, это реально удобно. Нихуя себе. А вот это, возможно, брать не стоило, да? Кстати, вот айтемы из секретки брать вообще не стоит, потому что я могу паролиться в TNT или в Mission No. Прям вообще на изи. И это будет неприятно, скорее всего. Это, скорее всего, будет неприятно. Наверное. Посмотрим. Ну что, юзаем раз, юзаем два. Так, это мы подбираем после ролла. Не до ролла. Раны сегодня раны душные, они классные. Но сегодня маленько душат. Это косы Хемалакрия, да? В общем, на зверя, по-моему, будут насрать. Там айтемы не ролятся, правильно? Потому что это не шестерка. Только шестерка ролит и то, и другое. Окей. Хорошо. Нормально, нормально. Демера стало побольше. У нас еще майнд есть. Релик. Короче, какого-то говна навалили немножко. В Турции тут, прикиньте, нельзя ставки свечи ставить. Да, такое много где есть. Там ставки много где не работают в Твиче. Местные приколы. Это есть такое. Лудомания плохо. Благо ставок и так уже почти нет. Никто их делать не хочет, а мне лень. В основном. Это вторая кэпи часть, да, ведь? Хотя она, возможно, не учтется или... А, у меня еще и скулбэк есть, нихуя себе.
Имперор. Ох, блядь. Корп же я забыл. Бля. Опасность. Опасность. Как же классно с Хемлахари и с пробоем. Как же классно. Как же классно все улетает в стену. Как же приятно улетает все в стену. У нас айсор есть. Глаза пропают. Погоди. Ах ты ж тварь. О. Нормально. Value. Все, умирай. Найс. Так, я теряю скорость этого. Тоже, возможно, не лучшая идея. Терять скорость. Когда у меня и так ее уже 0.8. БТВ Найс Майнд на лос, да? Керс, ну это типикал. Это как обычно. Получил фьючер майнд на один этаж, спасибо. Я же вообще нихера, да, не скипал. Ой, я вообще ничего не скипал в этом ране. Кто там ебашит? А! Башка. Блин, мухи, я их не использую. Как-то неудобно. Свечаться постоянно. Ладно, главное, у меня есть это. Девил карта и о, жопер карта есть. Стоп, что? Опять гапи глаз? У меня же уже есть гапи глаз. What the f... What? А! В смысле? Чего? А так бывает, что ли, с роллов? Господи. Что они сделали с роллами? Почему? Это будет гапи, надеюсь. Нихуя подобно, потому что гапи не учитывается, потому что Килберн мудак. Просто мудак. Это, блядь, не гапи при этом все еще. Я уже три части потрогал. Ну, получается, нихуя не потрогал. Получается, просто типа увидел две части, а третья нихуя не считается. Говорю, роллы просто обосрали. Просто обосрали роллы в этой игре. Просто ебанатство. Как теперь это все функционирует? Омерзительно просто. Ну ладно. Гапи тут как бы и не должно было быть. По всем понятиям. Какой нахуй гапи за один этаж? Ну, роллы очень глупые теперь. Вся эта система роллов просто идиотская. Но, правда, более веселая, потому что теперь нет типа завтраков, нету больше. То есть ты можешь теперь ролить до посинения. Больше нету типа роллов... Роллов в завтраке больше нет, это через D6 уже. Уйти в завтраки. Так что есть свои плюсы. Но все равно тупость. А я был в секретке? А, нет. The moon. Не зря. Бэп! Я забыл про... Прикол, ну ладно. Ой, господи, это Isaac Moment. Как всегда. Ладно. Там, кстати, неплохой ведь тирейд, да, ведь на Хималакрию. Кстати, у меня реально, по-моему, неплохой тирейд на Хималакрию. Все, что больше одного, это, по-моему, уже много. На Хималакрию. По тирзе. Так что ладно. Не очень-то и хотелось. Так, это я почекаю по дороге обратно. Если не забуду, но я, ладно, я не забуду, это прямо сейчас будет. Я вспомню. Да, прямо сейчас.
Все, чекаем этому руму. Прямо сейчас. Никуда не уходим. Я даже ее вижу, тем более. Уж точно не пропущу. Ну, честно говоря... Дай карту получше. Это не карта получше. Ой, господи, ну ладно. Полетели. Никуда мы не полетим. Не работает портал. Да, благо скорость мне похуй, да, ведь там же ведь скорость дается на догме. Вернее, после догмы скорость дается всегда. Там, по-моему, 1-1, да, по-моему, скорость дается минимальная на всадников. Так что, в принципе-то я могу убрать эти завтраки, но, блин, догму ведь надо скорость 0.6. Душно, там скорость дадут. Там догма дает скорость минимальную 1-1-1. По-моему. Вроде как. Picking up a second copy of the Titan gives Isaac unique costume with both sides replaced. Spirit cosmetic. А, Гапис. А! Да, реально. У нас же два глаза. Кек. Я даже внимания не обратил. Спасибо, FSI. Ха! Реально. Два Гапи глаза. Забавно. Но абсолютно бессмысленно. Что даже Гапи нет. Мразия. С Гапи с хэтом, блядь. Ой, мразия. Ну ладно. Нет, так нет. Это можно было избежать, ну ладно. Чё-то кошка, по-моему, всё. Сейчас уйдет. Наработала сегодня. Встала. Подвинь. Там не потребство. Я не буду. Такое вам нельзя показывать. Я честно, не сильно тебе скажу. Можешь не оно посмотреть, у него намного гайдов, но я никогда эти гайды сам не смотрел, поэтому я не сильно в курсе. Я только не оно не знаю, что гайды делал по языку. Но в целом, по-моему, проще просто читать Википедию, по-моему. Если очень надо, по крайней мере. I'm doing more harm than good. Just can't do this anymore. Приходил сам. Ну, я в эту играю уже 10 лет, поэтому было чуть проще это делать. Плюс я играл во все DLC постепенно, поэтому да. Не все сам, конечно, там, понятно, что какая-то информация. Типа там как босс открывается, например, конечно, я сам не узнал, потому что это просто бред. Типа. Далеко не все тоже сам узнал. Ага. Ага. Гриди. Гриди. Похуй.
Салют ли похуй? Лунг весело. Веселье это важно. Ноль четыре, да это нормально. Это база. Это нормальный тирейд. Ладно. Предположим. Нихер я мух не буду юзать все равно. А, я опять забыл, что лифак не работает на эту дрянь. Почему-то. Какая же, блядь, несправедливость. Почему оно не работает на телевизор? Нормально. Я только без спиннеров, а. Это можно. Это мне вообще насрать. Блять, спиннеры. Ой, псина. Ладно, давай побегаем маленько. Вернись. Хит-лес. Нормально. Пушка. Бам. Как лучше его бить, чтобы дефект был максимальный? Блин, на совет подальше, наверное, да? Этот я его слева ждал. А не справа. Как максимизировать? Никак. Вот там. Ладно. Включаем мантия. Сложно. Нет, нахуй, это невозможно. Забей. Там хуй встанешь сверху вниз. Подожди, стоп, я делал снизу вверх, подожди. По-моему, ничего не меняется, если сверху вниз стрелять. Вроде одно и то же. О! Вот это атака. Эх, мы ее не досмотрели. Как ты? Что? В смысле? А че он так быстро отошел? What? Ебать ты скамер. Это было сколько? Полторы секунды? Что это за говно? Ну и наебалово.
бомбы. Любимая атака. Душненько. 36.